Автомобильный бум или казахское нашествие переживает соседняя Россия. По некоторым данным, наши расчистили шоу-румы дилеров в ближайших от границы городах и даже добрались до Архангельска. До него от Астаны, например, 3000 километров. Сергей Ким узнавал, куда может привести стремление к выгодной покупке. Смотрим его специальный репортаж. Машина стоит в районе 45 долларов. Ну, меньше 30 она обошлась. А там все берут, все, продукты питания, все, технику всякую. Иначе говоря, сметают все на своем пути. Те, кто уже приехал из соседней страны, рассказывают, казахское нашествие в Россию продолжается. Правда, новые автомобили в ближайших от границы городах раскупили на много месяцев вперед. Но Вера Михайлова одна из тех, кто успел сделать себе предновогодний подарок в Омске. Она вышла, получается, 14 тысяч долларов по курсу. У нас она стоит 20 тысяч долларов. Все машины ближайших городов, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, вывезли, которую я хотела. Есть